Две обаятельные актрисы российского театра и кино Светлана и Наталья Антоновы, сестры, их личная жизнь тесно переплелась с творчеством. Они входят в число запоминающихся и одних из наиболее красивых и узнаваемых лиц актерской профессии страны. Обе имеют на своем счету большое количество театральных работ и фильмов и соперничают друг с другом в популярности среди зрителей и почитателей театральной сцены. У Светланы Антоновой есть муж и дети. Первым спутником ее жизни являлся актер Олег Долин, но брак между ними длился непродолжительное время. Вместе они были около 11 лет. Несмотря на расставание из-за измены с бывшим супругом, у Светланы остались хорошие отношения. В результате брака Светланы с Олегом Долиным у нее появилась дочка Мария, 2004 года рождения. Нынешний муж актрисы Александр Жигалкин, с которым она была знакома давно. У них есть дети, дочь Таисия и сын Арсений. По словам Светланы, несмотря на популярность, публичности она не любит и предпочитает проводить время в кругу семьи. А на личном фронте у Натальи ситуация наладилась не сразу. От первого брака, заключенного в 1996 году с Александром Вершининым, у нее есть сын Артем, успевший в малолетнем возрасте поучаствовать в кино, снявшись сразу в культовом сериале «Бригада» в роли сына Саши Белого. Стоит сказать, что такая деятельность не доставляла ему удовольствия. Семейная жизнь с Вершининым, по собственным словам актрисы, не сложилась, и проблемы начались довольно скоро. Муж имел другие интересы и вел совершенно неприемлемый для Натальи образ жизни, с чем она не могла смириться. Распаду семьи долго мешали наличие общего сына, но развод все же состоялся. На данный момент она замужем за акушером-гинекологом Николаем Семеновым, также имевшим сына от предыдущего брака. В 2005 году она снова беременна, и у них появился общий ребенок Никита, а через год еще один сын Максим. Наталья с супругом и детьми в основном живет в загородном доме неподалеку от Москвы, и по словам самой актрисы, ей такой стиль жизни очень подходит. Именно за городом она прекрасно себя чувствует в психическом плане и ничего менять в этом смысле не намерена.